Последствия циклона прямо у меня в отеле. У нас здесь был витрина, были страшные удары, порывы. Вот смотрите, что произошло. Ну и понятно, тут же уже намусорили. Ну понимаете, местное население, то есть... Хотя, может, это в серединку между ними было засыпано. Одна часть дерева, вторая, третья, четвертая. Вот такие вот события. Это огромное дерево. Оно было больше, чем вот эта манго. Вот такие вот события. Снимаю специально для знакомого, которому рассказывала, из чего строят здесь дома, заборы и все остальное. Вот, обрати внимание. Вот эти куски... Это напиленная земля. Они просто берут, сгребают с горки там кусочек земли и потом вот такими вот квадратиками начинают напиливать. В Гоа есть так называемые нелегальные природные бассейны, но они не природные, потому что там большие квадратные ямы, прямоугольные и так далее, которые каждый год увеличиваются. Причем они вглубь уходят метров на 6-7. И это добыча вот этого строительного материала. Вот он. Это индийская земля, просто нарезанная квадратиками. И то, что я тебе рассказывала про цемент. Вот здесь на заборе они, по-моему, вообще не парятся, просто землю между ними прокладывают. Но когда они строят, дома строят, они цемент тоже кладут не везде. То есть как бы между двумя камнями что-нибудь положат, а между третьим не обязательно. Вот смотри, вот здесь цемент. Но он, скорее всего, только снаружи. Я видела, как они кладут стены. Цемент они кладут не на каждый кирпич. То есть они очень экономят цемент, им его жалко. Так, здесь уже... А, здесь уже побелили, то есть здесь я тебе уже не смогу пок... Так, здесь я тебе уже не смогу показать, потому что они швы потом снаружи замазывают. Ну вот они, когда реально кладут кирпич на кирпич, они цемент не как у нас там положил порцию кирпичей, потом положил толстую порцию цемента. Ни хрена подобного. Здесь цемент кладется тупо не везде. Вот смотри. Вот смотри. Вот здесь он есть, вот здесь его нет. Вот так вот. Видишь вот этот кусочек? Вот здесь цемент только снаружи. Поясняю. Цемент дорого, и они его экономят. Они могут сложить вот такую стенку. Ну, заборы чаще всего вообще, как ты видишь, не цементируют. Ну, типа грязью само зарастет. Ну, как-то так. Для друзей, электриков из России и других стран СНГ. Так, а не зайти ли нам с вами в крематорий? А давайте глянем. На самом деле,
как мне не доказывали, что в Гоа собирают палки для сезона дождей, там чего-то надо укреплять, того-то еще что-то. Но палки там были очень специфического диаметра и размера. И 4 дня назад они оттуда исчезли. Там была большая поленница. И 4 дня назад она оттуда исчезла. И у меня четкое ощущение, что ее использовали. Поэтому мы вот сейчас подойдем сюда и посмотрим, использовали ее в моей деревне или не в моей. Это наш деревенский burning place. Нет, не в моей. Вот сейчас здесь свежего пепла не наблюдается. Вот, вот. Нет, с моего последнего визита в конкретно этом месте кремации не было. А, еще раз рассказ про стены. Я тут увидела видео одного товарища, который показал индийский дом, а потом сказал, ну, строят здесь из железобетона, это все зальют бетоном. Нет, ребята, давайте я вам все-таки покажу. Строят здесь из местного камня. И вот обратите внимание, что там, где швы не замазаны, там цемент в камнях присутствует не везде. Это то, о чем я говорила. Цемент в Индии экономят. Его экономят, не докладывают в столбы, поэтому столбы сгибаются. И его экономят при постройке домов. Вот. Вот оно. Но снаружи швы замазывают шпаклевкой. И когда шпаклюют, возникает ощущение, что дом бетонный, крепкий и надежный. Но между этими камнями далеко не везде лежит цемент. Ну ладно. Здесь уже замазаны снаружи швы, поэтому я вам не смогу показать качество прокладки цемента внутри этой стены. Ну, не больно-то и хотелось. Так, видео, ошибочка. Я же хотела снять фотографию. Ну, ладно. Столбик для электриков. Как это работает? Ой, а этот столбик тоже кривой? Или нет? Или наклоненный? Но он наклонился, а сгибается он совсем чуть-чуть. То есть это почти не считается. Это почти прямой столб. А вот тут вообще новенький, вообще прямой столб. Так, ладно. Снимать в вертикальном положении, это, конечно, редчайшая глупость. Ну, ладно, 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 раз уж дошла. Любуйтесь. Вот еще один столбик. На самом деле, сериал «Индийские столбы» можно снимать до бесконечности. То есть, вроде один столб сняла, пора выключить, но тут же следом другой столб. Вот у нас такие столбы, и тут же рядом спутниковая тарелка. Вот эти столбы в Индии сочетаются со спутниковым телевидением. В Индии нет ретрансляторов, и здесь нет бесплатного телевидения. Чтобы смотреть индийское телевидение, местное население покупает спутниковые антенны. Вот видите на красной крышечке? Вот тут, вот, вот, вот тут. Все, кто владеют телевизором, владеют спутниковыми антеннами и телевидение здесь. Вот такое вот. С тарелками. А столбы с электричеством вот такие. Мир парадоксов. Не могут столбы сгибаться, не могут. Это вы так думаете, что столбы сгибаться не могут.
Тин-тин-тин-тин-тин. Тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин. Апть. А вот так сгибаются в Индии столбы. Столб. Кажется, он наклонился. Нет. Он. Он согнулся.